управления с апофисом 100 секунд. Атлас, на связи 1134. Проверка. 1134, все в норме. Запускаю протокол Ковчег. Идет подготовка к заморозке. Ввожу нанотриды. Есть. Система анабиоза готова. Система погружения, готовность 97%. Завершена. Входим в стазис. 1-1-3-4. Отбой. Принято. 1-1-3-4. Погружайтесь. На связи Атлас. Отключаюсь. Желаю всем дожить до завтра. Зафиксированы внешние повреждения. Криогенные камеры в опасности. Камера Омега-5 приведена в действие. Экстренная активация нанотрита. 3, 2, 1. Контроллер нанотрита приведен в действие. Разблокировка затворов криогенной камеры. Температура внутри ковчега штатная. Перезагрузка внутренних систем данных. Все системы нанотритовой биостимуляции активированы. Нанотрит активирован. Текущие координаты неизвестны. Удаленный радар отключен. Проводится полная диагностика. Внешние герметичные затворы разблокированы. Безопасный выход. Подтверждение. Затвор на двери разблокирован. Воспроизведение записанной информации. Говорит президент Дэвис. Вы, добровольцы Ковчега, наша последняя надежда, наша жизнь. В ваших руках судьба человечества. Никто не знает, что ждет вас после пробуждения. Но помните, что только вы и то, что лежит в Ковчегах, в силах предотвратить гибель мира. Мы молимся за вас. Удачи. Конец записи. Иди сюда! Здесь опасно, залезай!
Знаю, у тебя есть вопросы, но нам надо шевелиться. Бандиты тут повсюду. Пора валить. Я Дэн Хаггар, а твое имя, сукин сын, должно быть Везунчик? Ты слыхал, что за людей из ковчегов правительство дает кучу бабла? Стоп! Ты даже не знаешь ничего о правительстве. Короче, я смотрю, ты вообще ни хрена не знаешь. Добро пожаловать в будущее. Держись, бандиты! Только мишени на спине не хватает твоему костюму. Они как у себя дома. Ищут своих дружков. Черт, теперь у нас проблемы. Нужно спешить домой. Узнав, что я сделал, они придут за мной. И за тобой. У меня есть план, как вытащить нас из этой дыры. А вот и все. Дом, милый дом. Нужно поговорить. Вылазь из баги. Идем сюда. Слушай, спасая тебя, я сильно рискую. Не только своей шкурой, но жизнью всех наших. Я не искал себе проблем, поэтому выжил. А ты уже проблема. Вот что нужно сделать. Иди к бандитам и убей их. Все просто, не так ли? Чтобы никого не осталось. Кроме тебя. Возьми один из моих вездеходов в гараже и еще ту пушку и боеприпасы со стола. Да, спасибо, на хлеб не намажешь. Вернешься живым, я дам тебе броню, прикроешь свой костюм из ковчега. Ну как, идет? И вот еще. Эти бандиты — легкая добыча. Для тебя. Вы, люди из ковчегов, какие-то особенные. Найди их логово и реши проблему. Выбор за тобой, они не отступятся. Найди их логово и реши проблему. Выбор за тобой, они не отступятся.
Давненько у нас тут новых людей не видала. Этот мир — опасное место. Здесь есть вещи пострашнее всяких бандитов. Пока ты в пустошах, нужно постоянно быть начеку. Я могу понять твою растерянность. Этот мир совсем не похож на тот, из которого ты родом. Он опасен, но не забывай, что и здесь есть хорошие люди. Слушайся своего сердца. Не знаю, зачем ты нужен Дэну. Одни проблемы от вас. Иди, куда шел. Ты, небось, хочешь научиться бросать крылопалку? Это не просто, друг. Вижу, Дэн дал тебе пистолет. Хорошая штука. Но крылопалки гораздо тише. В них наноядро для точной наводки, но все равно нужно набить руку. Вот что, докажи, что можешь попасть в цель, а я скажу Халику, что тебе разрешено их покупать. Готов попробовать? Удачи тебе. Вот правило. Сбивай выскакивающие мишени как можно быстрее. Посмотрим, сколько раз ты попадешь, пока не выйдет время. Отлично. Давай, время на исходе. Отлично. Капец беспилотником. Иди к Халику, он даст тебе все, что нужно. Хочешь еще попробовать? Так ты тот самый парень из Ковчега, да? Думал, ребят из Ковчегов уже нет. С тех пор, как правительство на вас охоту открыло. Эх, дел сейчас по горло. Но ты заглядывай, работенку подкину. Здравствуй, странник. Я Халик, и я рад тебя видеть. Это моя лавочка. У меня тут есть все, что помогает жить и драться. Лучший товар в пустошах. Да, и лишние ценные вещи можешь приносить сюда. За хороший товар я плачу щедро. Хочешь глянуть, что у меня есть? У меня найдется все, что хочешь. Мне нравится иметь с тобой дело.
Надо заточить мой клинок. Эй, ты! Ты! За ним! Я его сделаю! Я тебе голову снесу! Thank you.
Твоя кровь только украсит стены! Вот он! Ну-ну, что же нам Хагар тут прислал? Ты думаешь, к нам можно так просто ввалиться? На бойню его! А, ты очнулся? Рад. Люблю, когда жертва все видит. И обещаю, тебе будет очень больно. Нужно же чем-то знакомиться! Он здесь! Я тебе в голову снесу! Теперь не уйдешь! Вон там!
Вот он! Я тебя по стене рву! Нам нужна помощь! Давайте сюда! Вон там! Нам нужна помощь! Сукин сын, меня ранил! Вот жулик. Я его вижу!
Ах!